Ну что, с утра пораньше не получилось выйти на море. Зато с утра попозже вышел. И вот какая картинка, уже и солнышко вышло. Александр. Что-то он знает, где-то у него есть связь есть у него с небесной канцелярией. Как видите, пасмурная погода меняется, меняется в лучшую сторону. Появляется солнышко. И, возможно, через часик-другой будет вообще хорошо, все видно ясно. Пляж опять стал широким и просторным. Кто-то он лежит, отдыхает прямо на пляже. В общем, как-то так. Погодка налаживается. Будем надеяться, что надолго, хотя я уже ничему, как говорится, ни во что не верю. Коротенько сегодня, очень даже коротенько. Всем пока, немножко занят. Да, и сегодня возможно, невозможно, скорее всего, 99%, что эфир, наверное, все-таки отменяется. Но это так, для поддержания разговора. Всем пока, всем доброе утро.